На канале Спутниковое ТВ вторая часть обзора магнитолки, распаковки точнее. Хотел снять одним роликом, не получилось. Сел аккумулятор, придется делать две части. Значит, мы закончили на том, что у нас есть еще в комплекте вот такой пульт. Помимо того, что есть пульт на руль, это все шло в комплекте. Кто не видел первую часть, посмотрите на канале первую часть, начало распаковки. Значит, у нас есть в комплекте вот такой пульт на руль, а есть вот такой. Мануал. Кому нужно описание, расстегивочка разъема. Ну, там дальше по настройке неинтересно. И у нас два разъема. Тут все стандартно. Ну и достаем непосредственно сам наш магнитофон. Вот, ну, вот такой вот он толщины по сравнению с пультом. Вот он такой. Вот такой у нас под УФО. Пленочка на дисплее. Опять же распиновочка. Тут у нас какие-то пломбы. И разъемы. Ну, то, что у нас есть по разъемам. Что за дырка, интересно? Так. В общем-то, вот так она выглядит. Здесь у нас на панельке микрофон, инфракрасный приемник, кнопка включения-выключения, переключение трека в громкость, кликабельная, под TF-карту разъем, AUX и USB. Ну и все. Вот такой вот у нас. Такая вот магнитолка. Вот камера. Будем пробовать подключать. Если будет интересно, напишите в комментариях. Сниму видео, как оно работает, как я это все установлю. Как это все выглядит вживую. Если интересно, напишите в комментариях, ставьте лайки. Смотрите другие видео на канале. Всем спасибо, пока.